Вот все здание вот это. Симпатичных зданий. Это все вот этот технологический институт был. Его крепящую промышленность. А здесь вот театр бывший Чеканова Лиханова, там вот кафешки тут, вот все вот такой вот тут вид. Делали операцию Журек, сердце называется Журек, кардиологическая клиника. И вот как раз напротив это мой этот институт. Это основное центральное здание. Там, где мы были, там технологический факультет. Здесь основной этот вход. Вот там он общежитие. Ну вот так вот здесь. Такая погода у нас пасмурная, но ни тепло, ни холодно, так средне. У нас. Я уже здесь, видишь, как быстро хожу. Памятник здесь у нас то ли би. Вот еще. Театр этот. Шичка, ну, наверное, все такие типовые, наверное, во всех городах. А самое главное, вот здесь вот красота у нас. Вот этот вот фонтан, он длится 200 метров. Вот. Туда, с одной, как говорится, улицы. До другой, вон до туда. Вот я туда направляюсь. Мрамор, все чисто мрамор здесь. Ну, воду пустят, когда будет жарко. Какая красота. Деревья, видишь, как огражены. Вот. О, озерок. Птички, лебеди. В общем, красиво здесь. Полицейскому, который грудью своей гранату закрыл. Тут у нас теракт был один раз. И прям кинулся на этого, на террориста. И схватил его, гранату прижал между его грудью, и оба взорвались. Вот такой у нас тут герой, памятник ему.